Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. Продолжаем играть в игру Турок. Опа, это у нас детеныши-тираннозаврики тут бегают. Это все еще там глава игумени, да, вот у нас Фостер разобрал Тирекс. Сейчас мы как бы идем забрать передатчик. Так, ну их тут, они всякие разные тут бегают, в целом они как бы все зеленые, да, но вот видите, разных оттенков. Не вижу смысла на них тратить патроны, просто стрел постреляю. Довольно крупные, то есть мощные. На три стрелы тут получается. Отлично, этого завалил гранатой. Так, вот эти звуки постоянно, кажется, что они где-то рядом. Хотя они бегают где-то передо мной. В голову, конечно, на одну стрелу убить можно, но это попробуй попади еще. Так. Тут ничего нет, хорошо, ладно, идем дальше. Опа, опа, побежали, побежали. Если убивать с ножа, то анимация будет только такая, других нет. То есть одна и та же. Ну, последний остался. Сейчас я его поднимаю. Да, наплодилась эта самочка, конечно. Мне интересно. Ну да, самки вроде у тираннозавров крупнее самцов, но интересно все-таки, как самец выглядит. А он вообще жив или на его слопало? Вот видите, в голову на одну стрелу получается. Он еще в нервных конвульсиях дергается потом. Так, попали в какую-то пещеру. Вот передатчик. Коул, передатчик у меня. Так, вот чертова тираннозаврика, надо быстрее бежать под это дерево. В принципе, тут есть другие ходы, да, там всякие другие ответвления этой пещеры, там только детеныши будут появляться, там можно оружие найти на случай, если у вас ваша закончилась. Но это надо постараться, чтобы ваша закончилась. Если честно, когда первый раз играл, вообще не знал, что здесь делать. То есть я стрелял, ей было пофиг. Как оказалось, здесь нужно просто стрелять, стрелять, пока она не упадет. Но снайперскую винтовку я вообще пофиг, мне интересно, мне вообще попадает. Чем-то он напоминает тираннозавра из Дино Кризиса. Там он тоже был одноглазый. Ну, мы его как бы повредили в глаз. Но она, конечно, огроменная, но побольше обычного Тирекса гораздо. Так, ладно, будем с лучиками бомбить. Чё-то со снайперки. О, нифига, я не знаю, что вообще пофиг. Так, вот. Уже начинает получать урон, отлично. Блин, перегрев, чертов. Это, мне кажется, я вообще пофиг. Так, что-то вроде урон получаем. Так, давай, давай, стреляй.
точно упала. Бежим к ней. Что он собирался делать с таким ножичком против такого тирекса? Да, и нас вырубила. Сильно битнула нас. Так, рядом какие-то твари, я их чувствую. Слышу точнее. А, про комсогнаты. Сейчас мы их зарежем всех. Как барашков. На колбасу пойдешь. Так, на сосиски пойдешь. Надо будет от чешуи, конечно, почистить. Ай-яй. Стоять, не двигаться. Сейчас шлик-машлик буду делать. Давай, где ты? Вот ты где. Так, ну-ка, если тебя резануть. На один удар. Так, о, на один лучик. Такой прозоролов. Так, я где-то слышал, что если его повалить, то его тоже с ножа можно завалить. Так, отлично, подбегаем. Блин, он встал. Толкнул меня еще козел. Стоять. Что-то не работает, если честно. Даже значка не появляется. Сколько же стрел у него всадить нашу голову? Да ему вообще пофиг. Козел вообще никак его не хочет. Ладно, умри давай. Ну пожалуйста, ну почему? Ты заколебал толкаться. Все, прощай. Так, этого трогать не буду, ладно уж. О, дилофозавр. Вот, блин. Черт, нет. О, все, он меня убил. Странно, всего лишь об землю долбанул, как я мог от этого откинуться. Так, ладно, заново возродились. Убьем опять их прокомсогнатов. А, у меня же есть лук. Так, стоять. Ай-яй. На, получай. Чё ты встал тут, смотришь на меня? Все отлично. Так, а тут есть кто-нибудь? Опять какой-нибудь дилофозавр. Блин, слышу, что он идет. Ага, вот он где. С спины подошел, козел. Отвали. А, не получилось, да? Так, ушел. Ох, еще один. Откуда ты взялся? Вообще пофиг ему на это. Все, ушел тоже. Морды в землю. Всем лежать, морды в землю. Так, тут что-нибудь есть? Ничего нету. Ладно, побежали дальше. О, еще патроны для лучика. Возьмем дробовик. Блин, слышу же. О, где вот он, а? Он со спины подошел, козел. На, получай. Блин, я их слышал. День.
твари. Слышать слышу, видеть не вижу. Ага, вот он где. Окей. Эй, стой, куда ты? Постой! Ладно, сейчас ты повернешься. О, еще один. Плотничает. Так, где этот чувак? Он не идет, да? Ну ладно. Побежали дальше. Турок сильный, могучий. Лифтером ему надо быть. Будет заходить, двери лифта открывать вот так. Кто тут буянит, а? Кто раскидывает? Ну-ка. Прекратить. Вы что, оборзели там совсем, что ли? Я знаю, ты тут. Давай, покажись. Вот черт, не попал. На. Ушел, я тебе говорю. Да что такое-то, никак попасть не могу. Что, где? Я тебя слышу. Ага! Так, что это? Кто меня толкнул? Или я об трубке запнулся? Что-то не очень клево сейчас было. Я испугался даже немножко. Так, окей, окей, быстрее за пулемет, быстрее. Ага, уничтожаем всех просто. Тут уже никого нет. Отлично. Взять бы, конечно, себе этот пулемет. Ага, со спины ты постоянно козел, а? Что-то много альбиносов. Видать, когда строили вот этот бункер, дорылись до их гнезда под землей, которые... И они теперь тут во все разгуливают. Так, снайперка, отлично. Давайте возьмем. Так, куда это я вышел опять? Большая территория, везде скалы, наверное, тут эти звероящеры. Я их вот уже начинаю слышать. Рычат, тут ходят твари, бегают где-то. Пока я никого не вижу. Ага, вот он где. Бум. Ушел. Ой, случайно выстрел. Так, ну вот я их слышу, вот только где они, а? Такое ощущение, что вот прям где-то рядом бегают. Я их тупо не вижу. Такое ощущение, что прям надо мной. Где вот эта тварь? Покажись. Нету, странно. Так, а, вон, вижу, вижу. Бегает там, носится. Ах, упал, черт. Вот, блин.
Ну тут что? Вот я слышу, но видеть не вижу. Бесит. А, вот ты где, уродец. Ну, давай, иди сюда. Черт. Давай, иди сюда. О, еще один. Вот ты спалился. Все, давай, все. Хватит. Так, взять что ли дробовичок? Потому что снайперка тут не особо пригодилась мне. Так, откуда ведет? Ну что-то походу никуда. Ага, тут какой-то проход есть. Чё, где? Ага, получай, уродец. Просто в упор расстрелял его. Отлично. Так, не знаю, мне кажется, лучше снайперку взять. Так, ну мне интересно, что тут есть. Тут есть проход. Странно, нету. Возьмем снайперку обратно. Ага, вот он где. Ну все, ты труп, приятель. Ага, вот еще один. Ой, случайно, только не убегай, пожалуйста. А, ну вообще насрать. Ой, случайный выстрел опять. Так, вот я их слышу, блин. Вот где они, хрен знает. Туман еще тут такой. Да, ну и что, эта планетка жуткая, конечно. На, получай. Ох, подкинул его даже. Отлично, расстреливаем короткими очередями. Все, он трупак. Блин, вот я этих тварей слышу, но, блин, не вижу. Вот и где они? Вот и где? Вот прям слышу, прям рядом. Где вот эта тварь? А ну покажись. Да что-то нифига не видно. Это наш, что ли? Странно, у него броня очень. Вроде наш. Где Гонзалес? Его убили. Фостер тоже мертв. Правда? Они были героями. А ты вернулся целый и невредимый. Повезло, да? Сначала ты кинул моего брата, а теперь лучшего друга. Надо было тебя с самого начала придушить. Эй! Ты же знаешь, что он справился. И справился один. Остынь, он не виноват. Сейчас он у меня остынет. Доставай нож, посмотрим, каков ты в деле. Вас в стаи как раз этому учили, да? Ножичком махать. Да, типа того. Хватит, Смейн! Отвали! Я его не боюсь! И тебя тоже! Я тебя достану, турок! Спасибо за помощь. Кол мертв! Врача!
Так, Грайс убил Коула, нашего командира. На этом, пожалуй, я закончу данное видео, потом досмотрим, что там случится в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось. Лайк, подписка, вступаем в группу канала, ссылка будет в описании. Всем всего хорошего, до скорых встреч, увидимся в следующем видео.